Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем свое выживание в игрушке «Последний день на земле». Опять прибежал какой-то бомж, украл у меня 23 банки на базе, которые там в сундучке и в пикапе лежат. Сломал со злости сушилки, надеясь, наверное, достать мясо. Я мясо не сушу теперь, я просто сушилки стоят на улице и все. Ну все, я иду к нему, энергии мало, поэтому сразу начал к нему идти. Я опять же добывал там металл, пришел, а у меня тут его украли. Блин, я не знаю, это бесконечно, по-моему. Вот, рейды и ответные рейды, это какая-то бесконечная вереница идет. То есть вот на данный момент, когда вот эту видео я записываю, у меня 7 записей еще не смонтированы. Я просто не успеваю монтировать все это дело. Ладно, побежали, может быть, что-нибудь у него украдем. У меня металл, кстати, закончился, плавленный. Так, все, бежим. Всего 3 топора сделал и 13 таких. Так, погнали. Так, зашли мы, значит, в верхнем углу. Ну, С4 я беру все время. Кстати, много ящиков в этот раз. Это что-то как-то не очень мне нравится, что много ящиков, и какие из них ломать. Дерево, скорее всего, да? Вот это металл. Давайте надрубим. Так, это металл. Так, тут, скорее всего, камни и прочее, может быть. Слушайте, ящиков много. Какие из них рубить, я не знаю. Я, наверное, сейчас надрублю большие, а маленькие буду... просто в случайном порядке. В принципе, ну, свои-то вещи я не собираюсь возвращать. Он у меня там украл эти банки, пускай подавится. А, чоппера нету, да, в каком состоянии он тут у него? Бака, а, и вообще ничего нету. Гэго бомж. Так, в пикапе тоже ничего нету. Так, что я тут надрубал, я уже забыл. Так, по-моему, вот эти я надрубил, да? Давайте, все равно от топориков нужно избавляться. Надрубать буду все, а там что получится, то и открою. Так, потому что ящиков много. По-моему, громила может прибежать. Если он прибежит, я не хочу рисковать, тут стенок нету. Так, оружие, кстати, которое на рейде я добыл. Большую часть потратил, почти все потратил. Оставил, может, там пару винтовок, и то я там часть винтовок еще у механика отремонтировал. Зачищал в хард-режиме, второй этаж получилось зачистить, в итоге прокачал где-то около уровня, и Скар мне дал, там дальше уже дискетка пошла. Так, что я там, о, еще есть топорики, да? Ну вот как до железных дойду, так все, прекратим. Так, так. Так, еще есть, да? Так, так, так. Сейчас все надрубим. Так, эти я надрубил. Вот эти осталось. И вот эти. Может быть, зря я их рублю, но топоры все равно выкидывать придется. Так, что у меня там? Ну, хватит, я думал, мне их, чтобы открыть. Так, сейчас зомби побегут. Уголь. Черт подери. Ну, если ничего не будет, я возьму уголь. Тоже закончился. Так, уходи! Уходите. Ну, я пока даже запихну его в инвентарь. Я уголь не надел. Ну, закончился у меня. Я там плавлю... было много, я так решил на... Так, значит, тут уголь. А где у него металл? Тут где-нибудь? Я не знаю. Забирают, что есть. Пока берут, что есть. Так. Камни. Не, камни совсем не нужны. Так. О! Вот это замечательно, это стеночка. Вот это так, а хватит меня бить! Хватит меня бить!
Так, стой, 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 уходите все. Так, эмочку, я так чувствую, я свою сейчас потрачу, да? А, что там было, что я ломал, где тут ящик? Вот этот, да, ломал? Ну, дерево не, я дерево уже набрал. Вот это уже зашибись, это стеночка и плюс... А, нет, не хватит, но... По крайней мере, вот уже стенка, еще одна. И это шикарно. Так, и топорики. Так, а что у меня там по шуму, я не помню, но... Прилично так уже, да? Еще несколько ящиков. Так, ткань. Так, давайте тут шмякать, просто будем каким-то случайным. Так, вот это допустим. Опа, опа-на, опа-на, опа-на. Даже вот это я тогда поукидываю. Вот это поукидываю. Пока возьму. Пока возьму. Так, еще пару ящиков. Есть золото. Так, металла очень мало. Это не серьезно так. Так. Вот тут вот оружие лежало. Ну давайте вот этот шмяк. Бензина очень мало. Так, да черт подери. Так, сейчас я с ними разберусь. Вы знаете, у меня закончилось оружие. Так, что делать-то? Сейчас... сейчас что-нибудь на почте заберу. Так, давайте полечимся. Так, так, сейчас, сейчас что-нибудь возьму на почте. Если успею. Опа! Некуда брать, бляха-муха! Да умрите, давайте так я их забью. Не, так долго, блин. Так долго. Где тут? Вот сюда что-нибудь уберу. А, чё я туплю-то? Уходи. Так. Черт подери, кулаками бил их, а? Так, что это я там открыл-то, а? Так, вот это... Вот это... Слушайте, ну это совсем уж... Ну оружие уже неплохо набрал, кстати, еще, да? Кстати, шума там дофига. Так, ну зато вот взял, свое потратил. Так, 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 так. Я даже не знаю, что куда. Ай, что ты делаешь? Что-нибудь отсюда возьму. На топорик поменяю. Че вот кожа лучше даже. Уголь нафиг. Так, 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 так. По-моему, я могу еще один ящик открыть, и нужно будет валить, да? А, нет, еще два. О, морковки. Морковки, 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 морковки. Так. О, еще один. Отлично. Так, а тут нигде каких-нибудь больших? Ну, тут вот дерево. Дерево перерабатывается, да? Здесь я все поломал. Что тут был? Ну, тут уголь был, да? Так, тут пусто. 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 Вроде бы пистолет где-то там был. В каком ящике я забыл? Или я все забрал? Так. Че хватать-то? В каком хоть схватить-то мне? Фак, я понял, в каком хватать вот в этом. Все, бежим! Бежим, бежим, убегаем, не хочу тратить броню, все. Я думаю, неплохо. Как-то вот так вот. Понятно, что там можно бензин было еще схватить, но, честно говоря... я не помню, в бункере у меня есть столько места или нет. У меня бункер уже закрылся. Мне рейдеры просили, там сказали второй этаж почистить. По идее, можно сходить, потратить как раз часть оружия...
а куда ж я все запхаю? А потом заберу и приду домой. Да? Как-то вот так вот. То есть, в итоге я потратил... Ну, емочку я потратил, полный мод. Зато у меня осталось... Броню мне неплохо надколупали так. Ну, потому что я что-то тупанул и руками начал бить. Хотя у меня оружие же было. На стеночку вот. В итоге, что там по стволам? Кожа, кстати, у меня и так навалом уже. Металла нет. Плавится там. То есть, 8 стволов. Так себе, конечно. Вот это неплохо. Дробовики, ну и глоки. Потрачу, не страшно. Золото, не знаю, схватил. Пока собираю. Хотя, когда это видео выйдет, уже, наверное, обнова будет. Видно будет золото, зря я собирал или нет. Штук 100 у меня, по-моему, золото. Дубы. Дубы нужны мне. Ну, безденчик чуть-чуть. Ну и кожа. 80 штук. И, в принципе, я потратил один топор. Одну емочку вместо нее вернул. Ну и 3 аптечки. Как-то вот так вот. Ну, те топоры я не считаю вообще так. Там... Пару стаков камней, пару стаков дерева потратилось на те топорики. То есть неплохо ответный рейд. В этот раз неплохо. Оружие, по крайней мере, есть. Все, на этом я с вами прощаюсь. Кому понравилось видео, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, кто не подписан. Делитесь видосом, это поможет развить канал. Все, пойду в бункер чистить. А там посмотрим, может быть, уже на следующий день у меня... Отвар нужно будет выпить, я не знаю, бак мне все никак не дают. Задолбался я уже этот бункер. Уже эталонов там уже, по-моему, штук 50 или 60 лежит красных талонов. Свободно можно открывать, но нету нифига, блин. Дискетку можно открыть еще, но там бака нету. Ладно, все, всем пока-пока.